И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Сегодня будет день благословений. Знаете, там, где звучит Слово Божье, там свет Господа совершает чудеса. И сегодня я завершу, поскольку есть уже много нового, серию благословенных посланий, которые мы изучали в последние дни. Это станет великим благословением во имя Иисуса. Стих, с которого я на днях начал разговор на эту тему, это первое послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 4, в котором есть много полезного. Я лишь открою ваше понимание, ведь мне очень хочется, чтобы вы усвоили, что делает Бог во имя Иисуса. А апостол Павел сказал так, 1 к Фессалоникийцам, 2, стих 4. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие? Так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Главная новость здесь в том, что Бог подписал наш диплом. Мы были удостоены Богом. Все это там, в духовном мире. Когда мы удостоились этого? Когда мы обратились, получили дар покаяния, прошли через воды, я уже много говорил об этом, и получили крещение Святым Духом. В этом случае вы полностью заслужили свою духовную власть. И это очень важно, поскольку вам нужно что-нибудь сделать, чтобы подтвердить, что вы удостоены. Например, Библия гласит в Иоанне 3:34, это слова Господа Иисуса, Евангелие от Иоанна 3, стих 34. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии. Ибо не мерою дает Бог Духа». В этом для нас есть много информации. Когда мы произносим слова Бога, а не механически повторяем Писание, люди чувствуют. И почему нам удается говорить Слово Божие отлично от того, кто повторяет то же утверждение, но лишь повторяя Писание? Потому что у нас есть Святой Дух. И Святой Дух дан нам не мерою, не ограниченно. Когда у нас есть Святой Дух, и нам нужно произнести некое утверждение, привести заявление из Библии, передать послание, которое Бог дал нам, они выходят именно такими, как хотел Бог, без всякого изъяна. У кого есть Святой Дух, тот удостоен Богом. Подтверждение, а именно рождение свыше, завершается крещением Святым Духом. Вы получаете дар покаяния, видите, что вы делали неверно, вы раскаиваетесь и просите прощения у Бога. Вы приходите к нам и проходите через воды. При крещении водой вы хороните свою старую сущность, вы обнажены, лишены плоского тела, грешного тела. Вы проходите обрезание Христом, вы получаете прощение своих грехов, отпущение своих грехов, и вы начинаете жить новой жизнью. Итак, Бог нас удостоил для чего? Чтобы мы несли Его силу, Евангелие, послание, которое спасает, исцеляет, освобождает, которое преображает людей. Только сегодня один дантист, наш прихожанин, рассказал мне, он сын врача, и он сказал: «Доктор Суарес, некоторое время назад я попал в психиатрическую клинику из-за наркотиков. Безумие, шансов не было. Но когда я услышал Слово Божье, я исправился и был избавлен. Мой отец, который не хотел и слышать об Иисусе, признавал лишь науку. Мы говорили, что были католиками, как и все остальные, но в нас не было ничего от Бога. И сегодня мой отец сказал: да, на самом деле этот Иисус принес большие перемены в жизнь моего сына. А это самое главное». Итак, мы, будучи посланными Богом, не должны бояться. Если мы прошли крещение Святым Духом, Бог дал нам миссию, и что сказал Павел? Вернемся назад, и пока я еще не закончил со словами Иисуса, даже заложу здесь. Павел сказал Фессалоникийцам, это глава 2, стих 4. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, мы пойдем с силой Бога, веренной нам». А в первом стихе этой главы сказано следующее. «Вы сами знаете, братья,
о нашем входе к вам, что он был небездейственный. Итак, мы пойдем, как шел Павел. Павел пострадал в Филиппах, был избит палками, заключен в темницу, ему заковали ноги, ему и силе за одно единственное преступление, рассказ об Иисусе, изгнание демона из девушки, имевшей дар прорицания. Хозяева девушки, увидев, что их источник доходов иссяк, обратились к властям, апостолов высекли, они не смирились, продолжали славить Бога и молиться в темнице, воспевать Бога. Случилось землетрясение, все двери открылись, стражник хотел убить себя, Павел сказал: «Не делай этого, все мы здесь». Павел управлял ситуацией, проповедовал стражнику, семье стражника, обратил их к Иисусу, крестил их в водах. На следующий день он был разбит, печален, подавлен, все тело болело от побоев, которые он перенес. Пришел в Фессалоники, и битва продолжалась. Он проповедовал Евангелие и обратил местных жителей и сказал: «Наш вход к вам не был бездейственным, как и наш с вами. Если Бог привел нас поговорить с неким больным человеком, мы не должны иметь опасений, что Бог не исцелит этого человека. Будь то наркоман, грешник, любой пропащий, любой другой человек, наш вход никогда не должен быть бездейственным». Во втором стихе сказано: «Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем». Вот чего не хватает в жизни очень многих. Вам необходима встреча с Богом? Нет, вам необходимо единение с Богом, чтобы убрать всю трусость, весь страх, всю боязнь, чтобы вы поднялись и стали тем мужчиной, той женщиной, тем рабом, той рабой, дерзновенным в Боге, которым было верено что? Было верено Евангелие, сила Божья, чтобы вы служили. И здесь сказано: «Проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом». Там Павел столкнулся с сопротивлением, но он не позволил себе испугаться, поддаться боязни, страху. «Я снова буду страдать, снова перенесу побои. Брат мой, он пришел, проповедовал, обратил этих людей, вырвал их из язычества, из колдовства, из волшебства, привел их в Царство Божие, и они были полностью преображены. Наш вход не может быть бездейственным. Ни за что». Апостол Петр говорил об Иисусе. Иисус сказал так: «Ибо тот», вернемся к Иоанну 3:34, «ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не меру дает Бог Духа». Он говорит о Святом Духе. Итак, Господь Иисус, Он говорил людям, Бог Его подготовил, послал, и Он знал, что теперь сила Божья пребывает с Ним. И везде, куда Он направлялся, Он должен был использовать силу Бога, освобождать угнетенного, освобождать безумного человека, одержимого демонами, исцелять больных, привести грешников к покаянию. И апостол Петр, говоря в Деяниях, главе 2, стихе 22, в великой проповеди в день Пятидесятницы, апостол Павел, Петр подвел итог служению Иисуса, сказав следующим образом, помимо всего прочего, стих 22, Деяния 2:22. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Иисус был уполномочен на что? Чтобы творить чудеса, казавшиеся невозможными. Но Он сказал: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Брат мой, мы не можем поддаваться страху. Если у нас есть проблема, если у того, кто обратился к нам, есть какая-то проблема, Бог дал нам Духа не мерую, Он не ограничен. Мы будем говорить о любви Божией и не должны думать: «Ну, я мало сказал». Иногда мало, уже много для этого человека. Это все, что ему нужно было услышать. Ах, вот если бы доктор Суарес, который проповедует уже очень давно, не думайте об этом. Вы передали послание, и вы удостоены чего? Того, чтобы творить чудеса, необыкновенные чудеса, чтобы исцелять, освобождать, преображать. Таким образом вы выполните миссию, которую Бог поручил вам делать. Вернемся теперь к Фессалоникийцам, главе 2, стиху 4. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим». Брат мой, мы должны говорить, как сделал Бог. Если Иисус сказал: «Вы примете силу
«Когда сойдет на вас Дух Святый», это Деяния 1, стих 8, «и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Мы получили эту силу для того, чтобы говорить, а не для того, чтобы стесняться. Бог хочет, чтобы вы были исцелены не моей молитвой. Он хочет, чтобы вы исцелились своей. Я не обладаю никакой силой, я лишь проповедник. Конечно, если вам понадобится, я помолюсь, и Бог будет творить. Но слава должна быть ваша. В этой славе вы растете, вы начинаете принимать себя. И когда придет другое зло, а вы будете далеко от проповедника, я уже знаю, что мне нужно делать. Я воспользуюсь силой Бога, я пошлю зло прочь, поскольку Бог удостоил вас, как удостоил Иисуса. Апостол Павел сказал, что он тоже был удостоен. К римлянам 15, 18 и 19. Как здесь сказано, он абсолютно не боялся, что Бог не выполнит своего слова. Напротив, он сказал здесь в послании к римлянам в главе 15, в стихе 18 и 19. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Вот и все. Павел шел туда, куда предоставлялось возможным. Он знал, что был удостоен. Ему ничего не нужно было больше говорить. Не нужна была рекламная кампания, пропаганда. Знаете, говорят, Павел такое, говорят, Павел могущественный. Ничего подобного. Он доказывал, что обладает силой. Почему? Потому что Бог пребывал с ним. Он был удостоен Богом, чем? Евангелием, силой, благой вестью, силой Бога. И он просто шел и говорил. Бог желает благословить всех людей через наше служение. Пришло наше время. Мы все можем участвовать в этой славе. Следуйте за Господом, взыщите Бога, чтобы Он двигал вами. И когда движение начнется, не зазнавайтесь. Не допустите, чтобы люди сочли вас особенным. Даже если Бог вас много использовал, вы остались тем же человеком, каким вы вошли в Царство Небесное. Вы должны быть скромным и покорным, чтобы Бог мог творить в вашей жизни. Итак, возвращаясь к Фессалоникийцам, главе 2, стиху 4. «Так мы и говорим, — сказал Павел, — что Евангелие было верено, что сила Бога пребывала с ним, что он был уполномочен делать это, угождая не человеком, ни ему, ни другим, но Богу, испытующему сердца наши. Бог хочет, чтобы вы были дерзновенными. Богу угодно, чтобы вы были дерзкими в вере. Когда вы становитесь бесстрашным, человеком, исполненным силой Божией, встречающим врага и побеждающим его. Доктор Суарес, я еще не готов. Брат мой, подготовиться значит принять Иисуса. Если еще не приняли, примите сегодня. Обратитесь. Останется только пройти водное крещение и оставить там свою старую сущность, плотское тело, грешное тело, похоронить своего старого человека, тогда вы будете обрезаны Христом, получите отпущение грехов, начнете жить новой жизнью, тогда Бог окрестит вас Святым Духом. И если вы уже прошли через три этих фазы, вы тогда полностью готовы, чтобы делать то же, что и Павел. Павел сказал, говорим, угождая не человеком, чтобы все вокруг, ах, этот Павел потрясающий, нет-нет, а Бог. Это Бог должен быть счастлив, это Бог должен взглянуть на вас и признать, сделал хорошее дело, призвав этого Михаила, эту Марию, для чего? Чтобы вступить в мое царство и стать моим представителем. Бог хочет, чтобы мы искоренили страдания человечества. Бог хочет дать нам жизнь и жизнь с избытком. Потому-то Бог передает нам все это. Так мы и говорим, как Павел, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. И Бог испытывает. И когда Он видит, что у вас действительно благие намерения, Он крестит Святым Духом. Доктор Суарес, я уже был крещен очень давно, но я пуст. Вам нужно только искать возрождение, нового помазания от Бога, и Он снова исполнит вас. Апостолы уже были исполнены Святого Духа, когда молились в Деяниях 5. «Господь, позволь нам нести Твое Слово со всем дерзновением». Случилось землетрясение, и они были вновь исполнены Святого Духа. Бог наполнит вас столько раз, сколько будет необходимо.
Стремитесь к этой встрече с Богом, этому благословению, ведь вам нужно очень многое сделать для Господа. Аминь. Доктор Суарес, у меня проблемы с коленом. Оно болит. Мне нехорошо в последние дни. Мне трудно ходить. У меня проблемы с рукой. Я не могу поднять руку. Я не могу двигать рукой. Я не могу согнуть ногу. Итак, сейчас момент настал во имя Иисуса. Позвоночник. Я не могу повернуться. Боль просто невыносимая. У вас проблемы с рукой, с ногой, с коленом, с позвоночником. Поднимитесь, я сейчас помолюсь с вами, чтобы Бог ниспослал силу и исцелил вас. Те, кто дома, не теряйте сейчас ни минуты. Момент настал. И не важно, кто у вас сейчас дома, встаньте перед телевизором, поскольку я хочу, чтобы после молитвы вы сделали все, чего раньше не могли сделать. Бог сейчас выполнит свое слово. Склоните голову, закройте глаза. Когда я закончу, не садитесь. Позвольте Богу творить. Отец, я объединяю свою веру с верой этого человека. Я верю, что Господь подписал мой диплом, Отец. Я потребую ухода этого зла. И я сейчас говорю, любой демон, который калечит этого человека, я тебе сейчас запрещаю. Я говорю, демон, настал час обратиться в бегство. Уйди, убирайся, больше не оставайся во имя Иисуса Христа. А вы скажите, благодарю, Иисус, я получил свое благословение. Гляните на меня во имя Иисуса. Вы верите? Те, кто не мог поднять руку, теперь поднимите обе руки. Вот так. И сделайте так, энергично, во имя Иисуса. Вот так. Кто не мог поднять колено, теперь поднимите. Если вы пришли сюда хромая, теперь ходите нормально, во имя Иисуса. Ничего не бойтесь. Позвольте Богу сейчас завершить дело. Я не могу разжать и сжать руку. О, доктор Суарес, не мог просто ни в какую. Позвоночник, я не мог повернуться, наклониться, прогнуться назад. Теперь сделайте то, чего не могли сделать. Доктор Суарес, я почувствовал Бога. Бог сейчас исцелил меня. Кто был исцелен во имя Иисуса? Поднимите руку, чтобы поблагодарить Бога. Уже очень многие. 3 человека. По одному на каждого служителя. Готово, этого достаточно. Выберите человека. Вы, сестра, рядом с зеленым флагом. Сильно болела рука. Как давно это началось? Уже около месяца я не могла поднять руку. Вы не поднимали руку? Нет. До какого уровня вы поднимали? До сюда. Вот так. А сейчас? Слава Богу. Теперь вы. У меня болел позвоночник. У вас перестал болеть позвоночник. Боль прошла. Как долго длилась эта боль? Одну неделю. Уже неделю? Да. И вы, сестра, рядом с белым флагом? Сильная боль. В плечах? Нет, в коленях. Я чувствовала ужасную боль. Я не могла спать по ночам, не могла пошевелить ногами, не могла ничего делать по дому. Как давно началось это зло? Уже приблизительно 2 года. А теперь? Доктор Суарес, теперь я полностью исцелена. Я могу делать то, чего я не могла раньше сделать. А чего вы сильно мучились? От боли? Боли, ужасные боли. Я постоянно плакала. Ну, а сейчас вы чувствуете боль? Сейчас я больше не чувствую боль. Тогда поднимите обе руки к небу. Во имя Господа Иисуса. И колени тоже? О, слава Богу. У вас, сестра? Исчезла боль в колене. Теперь все прошло? Прошло, слава Богу. Как долго длилось это зло? Уже больше 10 лет. Более 10 лет? Больше 10 лет. Теперь вы свободны? Я свободна, слава Богу. Наш Бог потрясает, друзья. Красный флаг. Что было? Можете говорить. Ничего не слышно. И там сзади что было? У меня была боль в позвоночнике, но Иисус исцелил меня. Аминь. Как долго продолжалась эта боль? Около 15 дней. Аминь. Где тут брат сверху? Решили вопрос с микрофоном? Что произошло, брат? Боль в руке, но, слава Богу, теперь все прошло. Она болела 3 месяца, но Иисус исцелил меня. Теперь прошла. Эта сестра будет последней. Что у вас было? Я почувствовала, как Господь исцелил мою правую лодыжку, которая болела очень долгое время. Теперь все прошло. Во имя Иисуса. Давайте поаплодируем Иисусу. Можете садиться во имя Иисуса. Итак, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Меня зовут Давид Суарес. Я работаю в команде веры доктора Суареса. И самое главное, что человек должен сделать, это услышать слово Господа Бога. Человек начинает слышать Бога, и он отвечает ему. Иисус сказал, что просящему ответят, а стучащему всегда отворят. В какую дверь вы сейчас стучите? В дверь, спасающую от безнадежности, от растерянности, от депрессии. Возможно, вы стучитесь в ту дверь, которая уже давно открыта. Или вы пытаетесь открыть одну дверь, но открывается другая. Все начинается со Слова Божьего. Когда вы слышите его, вы понимаете, как нужно действовать. А действовать всегда нужно согласно путям Господа.
Когда вы слышите Слово Божье, вы получаете направление от Господа Бога. Куда вам нужно следовать? Совсем скоро я хочу призвать всех нуждающихся людей к молитве в вере. Если вы тот человек, который получил призыв от Бога к спонсорству его дела, позвоните нам по этому номеру, который появился у вас на экранах телевизоров. Бог призвал вас, потому что Он хочет вашего процветания, Он хочет вашего успеха. Я хочу поблагодарить всех людей, которые уже помогают программе «Шоу Веры» каждый день выходить в эфир. А тем, кто только сегодня почувствовал призыв стать спонсором программы, вы обязательно будете благословлены, хорошо? Если вас беспокоит финансовая проблема или проблема со здоровьем, позвоните по нашему номеру телефона, и мы будем молиться за вас, будем молиться за вашу семью и верить в силу Господа. А теперь вернемся к шоу «Веры» и посмотрим чудо в истории из реальной жизни. Переходим к истории из реальной жизни. Пожалуйста. Когда убили ее сына, она была в глубокой депрессии. Ему было 25 лет. Мы с ним всегда очень хорошо ладили. Мы всегда были друзьями. И когда это произошло, я была просто в шоке. Она потеряла смысл жизни. Ничего больше не хотела делать по дому. Она потеряла аппетит. Мы все стали беспокоиться за ее здоровье. Я не чувствовала радости, ничего не хотела. Когда это произошло, я потеряла аппетит, изолировала себя, я не выходила из дома. Иногда я ставила кипятить воду, чтобы сделать себе кофе. Я люблю пить кофе, но я забывала. Вся вода выкипала, поднимался дым. Я даже не замечала, и потом я бежала, чтобы выключить огонь. Я всегда думала, что я не буду счастлива, я потеряла желание жить. Я не могла принять реальность, в его смерть я не верила. Она пришла в церковь благодаря программе «Шоу Веры» доктора Суариса. Она была дома, смотрела телевизор, переключала каналы и случайно наткнулась на проповедь доктора Суариса. Из-за бессонницы я не спала по ночам, я смотрела телевизор, переключала каналы. Искала что-нибудь интересное, слово, которое принесет спокойствие моему сердцу. В 5 утра я случайно переключила на программу шоу Веры и подумала, интересно, что этот пастор скажет. Когда он начал проповедовать, Господь Бог успокоил меня, дал мне мир. И в тот момент Бог коснулся ее сердца. Доктор Суарес приехал в наш город, и я пошла в церковь на его служение. И после проповеди мне дали бланк спонсора, я взяла его, и с тех пор я стала спонсировать. Так Господь Бог коснулся ее сердца в тот день. Он дал ей мир на сердце и изменил ее жизнь. Она больше не плакала, начала следить за собой. И с того самого дня я хожу в церковь. Я не пропускаю. Пастор призвал принять Иисуса. Я подняла руку, встала и вышла вперед. После того, как я приняла Иисуса, все изменилось. Грусть прошла, пришла радость. И с тех пор, как я стала ходить в церковь благодати, я многое поняла. В церкви я научилась правильно просить, молиться. Я получила много, очень много откровений. Была крещена Святым Духом до того, как крестилась в воде. Она приняла Иисуса, покрестилась. Я была членом церкви, и в скором времени я стала диаконом. А потом вдруг я увидела ее в униформе диакона. Она служила Господу Богу, и она делала это с большой радостью. Она нашла радость в служении Всевышнему. И Иисус изменил ее. У нее в сердце появилась радость. Я работаю в регистратуре. Господь благословил меня. Бог полностью трансформировал мою жизнь. Без Бога мы ничто. Я знаю, я уверена, что Бог забрал моего сына, и он сейчас с Иисусом. Он был избран, и я знаю, что он в славе Отца. Бог дал мне радость, счастье, здоровье, Он дал мне все. Сегодня она благословение в Доме Господа. Сегодня я даю десятину, жертвую и спонсирую. Пока я живу в этом мире, я хочу служить Господу Богу, так как Он призвал меня. Слава Богу! Как замечательно, друзья! Давайте сейчас поднимемся, чтобы молиться.
Вы были подготовлены Богом к этому моменту, брат мой. Вы были удостоены. Бог верил вам в свою силу, и теперь вы должны говорить, не угождая человеку, но угождая Богу, который не желает вашего страдания, тех деяний, которые вас угнетают и разрушают. Закройте глаза, сконцентрируйте вашу веру. Отец, я сейчас молюсь во имя Иисуса. Давайте сейчас молиться. И я благословляю этого человека. Я уже благословил много страждущих и видел дивные чудеса у Бога. Одна страдала более 10 лет, другая 2 года. У третьей началось 3 дня назад и ушло. И Бог, мы теперь используем Твою силу. И я теперь выступаю против всех страданий во имя Твое, чтобы угодить Тебе. И я говорю зло, тебе сейчас придется уйти. Брат мой, прикажите, сила Бога теперь есть в вашей жизни. Забирай все свое зло и убирайся, не задерживайся, уходи во имя Иисуса Христа.